Алло. Я не знаю. 17 июня 2016. Погром на Одесском автомобильном рынке «Успех». Ночью ворвались около 55 тушек, повскрывали 31 магазин и контейнеры. Весь товар выбросили наружу. Проходы. Написано «Сама». Да. Страна, в которой цивилизованно не решается ни одна проблема. Страна, в которой отсутствует судовая система. Да, стопудово. Отсутствует закон как таковой, не работает. Нет, ни правительства у нас, никого нет. Можете сказать пару слов? Я говорю, нет у нас правительства, нет, это не правительство у нас, это все... Корнокрады, в карманы только себе... И никакого, да, чтобы такое было у нас, в Европу мы идем, в жопу мы идем, а не в Европу. И вот так вот, красноречиво. Надо всех перестрелять, блядь, это правительство. И пересадить, и перестрелять. Пересадить, нет, перестрелять, всех надо, всех перестрелять. Поголовно. Правильно говорил батька белорусский. Всех перестрелять, и тех, кто придет к ним на похороны, и тех перестрелять. Да, беспредел. Под видом законности. Разгромленные магазины. Показывайте, YouTube выкладывайте. Пускай люди видят, как он государство живет. Да мы уже давно знаем и видим. И еще одно... Местные власти видят, как мы... Еще одно подтверждение, да? Будет менеджер, но это только официально. Да, вот это было когда-то хорошо упакованным товаром, с товарным видом, разложено по полочкам. Не задавай лишнего. А в полочке есть? Нет, вон магазины открыты. Пока мы не можем. Да, вот это вот называется цивилизованная страна в центре Европы. Европейская страна, которая претендует. Ну да, она еще претендует, на что-то претендует. Называться европейской страной. И все проблемы здесь решатся только при получении безвизового режима, да? Поэтому нас туда никогда и не пустят. Хорошо, да, давай. Дать вам безвизовый режим, и сразу же дикари станут цивилизованными людьми, да? Да. Наверное. Вот именно.
Угу. А где безвизовый? Особенно айдаровцы, наши славные братья. Ну это ж патриоты. Патриоты, да, страны, блядь. В какой стране да. И в каком месте? Только ты видишь, патриоты в нас где-то потекают. Угу. Добивают малый бизнес. Люди, которые в стране, в которой нет работы, в нищей стране, в которой негде заработать даже копейку, добивается малый бизнес. Скажите, крича, что нет бюджетных пополнений, люди перешли в коммунальную собственность, а их щемят. А их зажали просто. Причем та администрация, которую не признали неправомерной вообще здесь на рынке. Между прочим, по суду, по закону. Ну да, по закону. По закону. У людей город, государство признало их собственность, находящуюся на этой территории, законной. А им вот такое вот делают. Так вон там же милиция собралась, она что-то делает? Спрашивай, милиция, вот стоят те, кто это творил, и стоит милиция. Зачем вам что-то проводить? Вот они. Ага. Берите, так подождите, пожалуйста. А у вас же здесь есть охрана, за которую вы платите охрану деньги? Охрану нанимала та администрация. Ага. Вот, и она работает на них. Охрану, по большому счету, оставили только возле администрации. Больше охраны. Ага. Да, так вы полностью беззащитны. Это мы должны быть беззащитны. Это мы все беззащитны. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.